Здорово, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Диман, и сегодня мы продолжаем играть на онлайн-ролеплей. Я, конечно же, приглашаю играть вместе со мной. Для этого тебе потребуется скачать лишь только лаунчер проекта и зарегистрировать себе аккаунт. Кстати говоря, сразу хочу сообщить то, что я играю на сервере Гавайи, и я, конечно же, приглашаю играть вместе с нами, потому что это очень популярный сервер среди ютуберов. А также, друг мой, не забывай указывать промокодик прямо сейчас, хэштег промо, либо же ты можешь это сделать через хэштег MM и пункт, получается 11 промокод, и ты уже видишь то, что я ввел свой промокод, а именно вот так вот большими буквами Димк, и благодаря которому, ребята, я сразу же получил себе Lamborghini Aventador на, получается, целые сутки, а также 120 тысяч игровой валюты. На сервере Гавайи дается именно Lamborghini, ну а на других серверах, если вдруг вы уже там играете, можете тоже его ввести и получить целый гелик и тоже на целые сутки. Ребята, это очень крутой промокодик, который я рекомендую вам вводить. Ну а тем, кто уже его ввел и, конечно, хочет что-то новое, потому что этот ролик именно о промокодах. Давненько мы не затрагивали данную тему, и промокодов появилось очень много на проекте. Поэтому давайте-ка быстренько мы по ним пройдемся. И, разумеется, промокоды делятся на две категории. Те, которые дают вам деньги, и те, которые дают вам, конечно же, машины. И, разумеется, эти промокоды я рекомендую вводить вам прямо сейчас, потому что они работают и, быть может, уже совсем скоро перестанут работать. Почему бы не оторвать лакомый кусочек от нашего пирога? Ну и давайте-ка начинать. И первый промокод за сегодня — это 20к Disroyan, который дает вам 20 тысяч виртуальной валюты. Да, ты его просто вводишь, ничего не нужно делать, зарабатываешь сразу же 20-ку на карман. Второй промокод за сегодня — это промик 8 Mar. До сих пор он тоже работает и, друг мой, дает тебе 100 тысяч игровой валюты. Итого уже у нас будет 240 тысяч. А это, на минуточку, уже можно приобрести квартирку, либо же домик где-нибудь за городом. Да, до тачки не дотянет, но и на тачку сегодня мы тоже с вами заработаем. Далее, Airline от Бена. Ты, если его ведешь, получишь 20 тысяч игровой валюты. Ну а также он 23. Этот промокодик свеженький и дает тебе 70 тысяч игровой валюты на проекте. Далее можно ввести еще промокодик SORRY, получить 30 тысяч игровой валюты. Ну и уже последний заключительный промокодики на сегодня на игровую валюту — это 23F, 50 тысяч тебе дается. Ну а также 2 years, и ты тоже получаешь от 50 до 100 тысяч игровой валюты. Ну и таким образом у тебя порядка 500 000 скапливается на балансе, и ты можешь ее, конечно же, эту сумму рационально потратить на либо машину, или же, как уже сказал я, дом. Допустим, давай глянем, сколько дома стоят. Вот, допустим, здесь, чисто вот ради эксперимента, мы видим то, что здесь дом стоит 300 тысяч. Ну, то есть ты прекрасно понимаешь, что, грубо говоря, ты можешь и дом купить, да и еще и на тачку тебе хватит, а это круто. Ну а для того, чтобы заработать на более классную тачку, и тебе, понятное дело, потребуется некоторое время для фарма, то можешь покататься на временном транспорте, ведь у нас пойдут сейчас промокоды на тачки, которые тоже у нас обновились, и которые тоже тебе нужно в любом случае вводить. NGTR, который тебе даст сразу же GTR, Nissan GTR, на 20 часов на проекте онлайн рулеплей на всех серверах. Затем вводи AMG GT63, ты получишь Mercedes Акулу тоже на 20 часов своего использования. То есть у тебя уже, по сути, на 2 дня будут тачки. Но ведь это не все, только лишь начало. Далее, если ты ведешь Ламб Хурак, то получишь Ламбу Уракан на 20 часов. И он работает уже с первого уровня. То есть ты понимаешь, это элитный транспорт, который тебе будет доступен. Ну и он очень дорогой на самом-то деле. Если мы заедем в автосалон, то ты сам в этом убедишься. Следующим промокодом,
который я тебе советую водить, будет Троен Мустанг. И Форд Мустанг тебе на 10 часов будет доступен по этому промокоду на любом сервере, кстати говоря. Сразу же за ним идет 8 BMW, и ты получаешь электрическую BMW i8. Не забудь, что ее не надо заправлять, ее нужно заряжать, а то потеряешься еще. Потом тебе я рекомендую ввести джип SRT8, и этот промокодик тебе даст настоящий джип SRT. Ну и таким образом ты его получишь на целых 20 часов. Затем есть два промокодика на Lamborghini Urus по 20 часов каждый. И, во-первых, это Easy Urus. Во-вторых, это L-Urus. Но вот L-Urus еще тебе даст 20 тысяч на баланс. И, в принципе, я рекомендую тебе вводить данные два промокода, потому что на двое суток ты будешь кататься на очень крутой Lambi Urus. Сегодня очень много промиков на самом-то деле, потому что у меня осталось еще парочка, которые я в любом случае вам дам. U-Tesla X, введя которую ты получишь Tesla Model X сразу же с первого левела, но только вот на 6 часов. Не забывай ее снова таки за заряжать, она не заправляется. Затем UT BMW F90, и данная тачка, а именно BH F90, будет тебе доступна на целых 20 часов. Это тоже круто. Ну и еще один промокодик, это Audi Q8. Да, и Q8 вам будет доступна на, получается, 20 часов по данному промокодику. На самом деле это очень козырная, прикольная новая тачка, кстати говоря, которую ты можешь воспользоваться. Ну и заключительный на сегодня промокод — M4 Car. Эта тачка, а именно BMW M4, будет тебе доступна на 20 часов. Также ты можешь посмотреть и предыдущие мои, конечно же, ролики по промокодикам, ведь старые промо, возможно, тоже у вас будут работать до сих пор. Ну а мы, в принципе, на этом будем заканчивать. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал. А с вами был Диман, удачки и пока-пока.